Всем привет, друзья! Сегодня я хотел бы вам представить обзор на новинку от компании Asim, модель под номером 48263. Эта модель у нас E111H16. Первое, что мы видим, красочный буксарт и огромная коробка. Она реально огромная, она толстая, вообще капец. Сейчас посмотрим, что там у нас. Ну, я знаю, что внутри как всегда, шикарная модель. Вот эти, которые надо как-то открыть. Ой. Сейчас немножко заминочка небольшая. Сейчас откроем, друзья. Откроем. Так, знаю, как открыть. Здесь какие-то уголочки. Так вот, часто делаем. Вот так вот. Все. А потом они прекрасно степлером скрепляются. Коробка с плотного картона. И толстенный пакет, это вообще, это громадина, не самолет. Это, блин, обалдеть. Большой лист диковины. Давайте покажем декали. Так, декали выполнены на новой бумаге, которая прекрасно переводится и приклеивается. Вот. Дальше давайте инструкцию. Еще у нас на канале были обзоры Хеншли 111. Я думаю, это такое же вот по качеству. Блин, инструкция толстая такая. 32 листа. Давайте посмотрим, что у нас в инструкции. Ну, первое, что это у нас обзор ледников, красный вид, показывается то, что не используется при сборке данной модели. Вот у нас еще. Ну и теперь пошла непосредственно сборка самого самолета. Каждый шаг описан подробно. На каждом шаге присутствует такая буквенная надпись. Это у нас номер цвета. Номер цвета в самом начале. Каким необходимо окрасить. Каждый шажок, все это видно, все показано. Инструкция, наверное, светлая такая толстая, что у нас все это так хорошо показано. Вообще, мне инструкция очень нравится в Asim. Они подробные и все это сделано замечательно. Дальше следующий листочек покажу. Тут можно собрать сразу в нескольких вариантах. Варианты показываются при сборке здесь. Ну, допустим, вот показывается или такая деталь, или такая. То есть как бы это уже на ваше усмотрение. Какую модель, какую модификацию вы хотите получить. Готовая модель. И теперь тут у нас показывается. Тут где декали куда клеятся. Тут также у нас показан окрас и декали. Так, ну варианты. Вариант у нас DD4. Это у нас Восточный фронт 42-43. Восточный фронт также 42-43. Но это другой вид подразделения. Далее здесь у нас Восточный фронт сентябрь 43-го и также другое подразделение Восточный фронт. Дальше. Ну ладно, раз уж вы там прозрачный пластик, первый, давайте начнем с него. Вообще, это у нас модель 48 масштаба. Бомбардировщик немецкий, но большое количество остекления. И остекление достаточно большое. Сами стекла, само вот это все. Это все огромное. Даже будет правильно сказать, что это огромное. Вот. И поэтому
собирая данную модель, обязательно уделять внимание при окраске внутренним составляющим, потому что через это остекление будет видно все. То есть вот посмотрите, если на букву, то есть все это читается без искажений. Дальше, в следующий дневник также все без искажений. Остекления здесь реально очень много, то есть весь самолет будет просматриваться изнутри, поэтому на самом деле постарайтесь, и он будет вас очень сильно радовать, потому что много, стекла большие, ну как аквариум будет. Вот. Мне его Сима очень нравится, прозрачный пластик, потому что он реально качественно сделан, вообще отлично. Давайте сразу покажу два летника, это, конечно, не совсем правильно, но потому что они практически идентичны. Вот так вот сделаем. Тут у нас на летниках присутствует расшивка. Расшивка вся пролита четко. Также есть клепка. Клепка вся пролита четко. Если посмотреть другие модели, даже 72 масштаба, они у АСМ классные, вообще суперские. И в плане расшивки, то в 48 масштабе, это тем более она вообще все сделана замечательно. Причем она не переразмерена, она не огромная, как у некоторых производителей. Она реально нормальная, хорошая расшивка для 48 масштаба. Она вас точно порадует. Вот. Каких-либо дефектов на данных летниках не обнаружено. Толкатели на внутренних частях нет. Дальше следующий летник. Ну, тут у нас большое количество мелких деталей. Также обращу внимание на то, что на качество отливки оно отлично. Каких-либо дефектов на данном летнике не обнаружено. Следующее. Также тут присутствуют детали корпуса и внутренних частей самолета. На деталях корпуса есть расшивка, и она классная. Ничего, больше нечего сказать, только что она суперская. Толкатель на внутренних частях элементов, поэтому проблем они вам не доставят. Каких-либо других дефектов на данном летнике я не обнаружил. Кстати, здесь интересно сымитировано что-то шестеренки типа. Здесь получается сидит стрелок, скорее всего, и у него такой пулемет с турелью, такой ходящий по шестеренке. Она сделана с хорошей имитацией. Тоже понравилось мне. Дальше следующий летник. Большое количество мелких деталей. Тут у нас детали вооружения, такого как пулеметы. Пулеметы стрелков. Также здесь у нас бомба. Все прилито замечательно, каких-либо дефектов не обнаружено. Дальше фюзеляж. Но я вам сразу сказал, это самолет громадина. И это очень круто смотрится. Это всего лишь 48 масштаб, если взять те же самые какие-нибудь другие бомбардировщики или там. Давайте даже просто глупо сравнение, но истребители. Они не очень большой 48 масштаб. Но он. Так, получается, смотрите, без носовой части он у нас 5, 10, 15, 20, 25, 30. 30 сантиметров. Размах крыльев, я уверен, тоже 30-35 сантиметров. Это реально огромная модель. Не огромная, но она классная, она масштабная, она смотрится замечательно. Так, ну тут у нас что? Расшивка, все пролито хорошо. Толкатель на внутренних частях. Дальше два летника покажу сразу. Это у нас тут шасси. Кстати, на шасси сымитировано что-то типа протекторов. Оно сделано классно. То есть все это видно. Это вот так вот лучше. Да, абсолютно одинаковые летники. На мелких деталях там каких-либо дефектов нет. Также тут винты. То есть все отлично, все замечательно. Хочу обратить ваше внимание на то, что у нас данная модель, она детализирована в плане двигателей. Вот у нас два летника, они также абсолютно одинаковые, поэтому я сделал обзор только одного летника. Здесь у нас есть все двигателя, все внутренние части двигателя. Я хочу обратить ваше внимание, что если вы будете делать модель, как будто он стоит на шасси, то можно сделать его так называемый раскапотировать, открыть капоты и показать какие-то внутренние части двигателя. Это будет увеличить эффектность модели и больше эту красоту придаст, скажем так, модели. Так, теперь что еще? Ну,
Также большое количество мелких деталей, каких-либо дефектов не обнаружено. На этом хочу завершить обзор. Завершу вот такую коробочку. Коробка реально огромная. То есть вот скажу так, если вы собираете 48 масштаб, если вы любите 48, эта модель должна быть у вас. Если вы собираете вдруг сделать подарок, это будет шикарный подарок, потому что коробка, она реально огромная. Она толщиной сантиметров 10, наверное, не меньше. Такая здоровенная коробочка. То есть подарок будет шикарный для себя, хоть для кого-то. Вот. Ну, на этом завершу. Всем спасибо, всем пока.